поселке Барсово Сургутского района пройдет чемпионат Уральского федерального округа по фиджитал-спорту. Соревнования стартуют уже в эту субботу, 16 сентября. Их откроет олимпийский чемпион Никита Нагорный. Отмечу, что знаменитый российский гимнаст и также является президентом Общероссийской федерации фиджитал-спорта. В рамках чемпионата спортсмены будут соревноваться в трех дисциплинах. Ритм-стимулятор, футбольное и баскетбольное двоеборье на киберстимуляторах. Победители получат путевки в финал первого в истории России чемпионата по фиджитал-спорту. Он пройдет в Казани с 5 по 23 октября.